Друзья, появилось новое местечко для приятных вечеров под открытым небом. Теперь звезды будут зависать на крыше многоэтажного Крокус-Сити. Хозяин праздника Эмин Агаларов пообещал много музыки и шумных вечеринок. Все подробности у Оксаны Сеничевой. Работа работой, а отдыхать любят все. Собственно, ради этого Эмин Агаларов находит окно в своем насыщенном графике и представляет свой новый московский ресторан. Я успел снять клип сегодня, выступить в шоу в Вегасе, на Open Air выступить, побывать в Кубе в прямом эфире и встретить маму, и сейчас мы откроем новый Росбар в Крокус-Сити. Риск или идеальное знание рынка? Ведь, несмотря на то, что рестораны в столице видимо-невидимо, выживают. Бывают из них далеко не все. У меня было уже несколько ресторанов. Я открывал, продал. Это тяжелый труд. Это, конечно, нужна команда. Но здесь эта проблема. Проблема в городе, это, конечно, аренда. Аренда, которая заставляет тебя повышать цены. Отсюда страдает посетитель. Ну, пока гости нового ресторана Эмина и не думают страдать. Все выглядят вполне счастливыми. Что касается, конечно, самого Эмина, могу сказать, что он большой молодец. Как-то вот умеет он находить лучших из лучших поваров. И, опять-таки, Росбар не исключение. Это очень приятно, то, что уровень не падает нигде, ни в одном из его ресторанов. Чудесное место, очень вкусно, прекрасная веранда, поэтому стоит обязательно здесь побывать. Поздравляю всех нас с хорошим баром, в котором мы можем собираться. И мы сюда приходим как домой, как к друзьям. И вот дай бог, чтобы это так и было. И не врет ведь, даже день рождения дочки звездная семейка решает отметить именно здесь. Приглашали наших гостей, многих наших друзей и коллег. У нас очень много всего общих, они выросло, считается, кулисами. И многие наши друзья уже стали ее друзьями давно. И потом выясняется, что приглашаем Эмину, когда у нас здесь мероприятие. Я решила как-то в кругу своей семьи, в кругу своих друзей провести это тут, чтобы никого не отрывать, чтобы не разрываться на мероприятии. Знаменитые гости на радостях, что попадают сразу на два праздника, даже делятся творческими планами на ближайшее будущее. Сейчас поеду на студию записывать новую песню. Сейчас выходит моя новая песня, называется «Пока милый». Видео на нее. Вообще лето планирую провести, отдыхая, танцуя, зажигая, ни о чем не думая. В общем, вечер проходит, как и обещал Эмин. Весело и шумно. Настя Макоста, Оксана Сеничева, Максим Власов. Про новости.